Но это явно не копцы. Как мне? Не получилось. Перегруз у меня. Child, I have a grave task for you. The literal kind. The Netrunner is still alive, but what happens to her is either a matter of time or your discretion. Bugbear is trapped. Bugbear. If she jacks out, the Tiger Claws stand ready, waiting like vultures to tear her to shreds.
And if she doesn't, her synapses will fry soon enough anyway. I am counting on you, V. See the details attached. Прямо эту девчугу не спасем. Блин, надо было продаться. Банки случайно нет, чтобы носить больше? Есть! Thank you.
Night City is experiencing a period of... Who are we supposed to believe, huh? Netrunner, stick together. Had enough trouble with her once. Who knows what to... Нетранерский костюмчик. Куда делась девочка? Я ее потерял? О, нифига себе, вот это да! Вот это да! И как мне ее оттуда забрать, такую красивую? Ну-ка. А никак! Ух, хорошо сделали, хорошо.
Прямо чувствуется качество. У меня возникает вопрос, а как спускаться? По лестнице, что ли? Потому что в прошлый раз я тупо спрыгал с ней, и она падала на асфальт. Давайте еще раз попробуем. Вот это фикс. Да! Да! Они починили! О, блядь! Даже не знаю, что тут еще сказать. Придется по лестнице. Ох. Я еще раз повторю, я в прошлый раз просто прыгал с балкона. И это было до всяческих патчей, которые призваны были улучшить эту офигенную игру. Не, ну а с другой стороны, а какого рожна я с ней должен прыгать? Она же убьется. Поэтому сейчас все по лестнице. Четко. Четко. Кроме одного, тут все нахрен заперто. Ну-ка, они же... So I'm supposed to move out because the tigers take the whole floor? Submerse yourselves in the orange blossoms. Tianji, come. Yes, no. Ну и где? Где эта женщина? Я опять ее потерял? Она опять стоит! Она стоит! Вы посмотрите на нее! Ох, блядь! Я сейчас ее выброшу в багажник, чтобы увидишь. Ведь ее ведь можно сейчас выбросить в багажник. Это просто атас. Это атас. Блять, исчезла. Well done, my dear. I am pleased. As they say, we will be in touch. Contract closed. Это реально баг-бир. Просто баг-бир. Забагованное бухло. Ух, блять. Повеселили.